Маленькі дніпропетровці у великій політиці. Депутати дитячого парламенту провели чергове засідання. Розвинені не по роках старшокласники презентували голові обласної ради власні проекти. Один з них – літературну кав'ярню – запровадив у своїй школі учень 10 класу Євген Левчик. Розповідає, цей заклад вже став популярним серед учнів. Литературное кафе направлено на то, чтобы сплотить не только школьников, но и студентов. Это может быть место, которое станет ключиком к тому, куда может прийти студент и рассказать школьникам о том, что будет в вузе. И школьники могут рассказать, что они сейчас делают в школе, что есть нового, чего не было у тех студентов. То есть это не только место, где можно культурно обогатиться, но еще и пообщаться со своими сверстниками. Это очень хорошая идея. Я считаю, что это позволяет нашим будущим руководителям не только познавать азы управления территориями, но и также строить для себя определенные планы, что можно улучшать и что нужно улучшать, и каким образом работают механизмы государственного управления.